Администрация Куйбышевского района Самары напоминает, что сейчас в самом разгаре сезон вирусных и респираторных инфекций, поэтому не стоит забывать о профилактике и мерах предосторожности. В инфографике сегодня первые симптомы болезни и рекомендации при их возникновении. При заражении нужно соблюдать постельный режим, пить побольше жидкости, к примеру, чай, минералку, клюквенный или брусничный морс, а в ожидании врача закапать в нос сосудосуживающие средства, а также выпить жаропонижающие и обезболивающие препараты. Администрация промышленного района обращает внимание на проблемы наркомании. Важно уделять максимально возможное внимание профилактике пристрастия подростков к наркотикам. В последнее время наркомания значительно помолодела. Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне от 16 до 18 лет. По статистике, 60% страдающих наркоманией – это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Бывают случаи при общении к наркотикам 6-7-летних детей. Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиваться усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность родителей, врачей, психологов, педагогов, правоохранительных органов, широкой общественности. Администрация Красноглинского района Самары разместила информацию для потребителей газа. Изменились требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Теперь обслуживать газовое оборудование могут только те организации, которые являются газораспределительными, то есть осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования.